Йоу, ребят, всем привет! И сегодня я покажу вам, как сделать крутой эффект, эффект помещения, эффект студии. Такой эффект часто используется во многих битах, и сегодня я покажу вам, как его сделать. Давайте приступим. Для создания такого эффекта нам потребуется какой-либо реверб, можно использовать стандартный реверб, но мне больше нравится, как звучит FabFilter Pro R. Если будете использовать стандартный реверб, то вот вам примерные настройки. Покрутите low cut, high cut, wet, dry, все довольно ситуативно под ваш биток, под ваш вкус, но мне, конечно, нравится больше использовать FabFilter Pro R. Здесь есть очень крутые пресеты в разделе Small, и их здесь очень много. Ситуативно под ваш вкус. В данном случае я использую Bright Medium Drum Room. И также нам потребуется Fruity Love Filter. Здесь мы выберем пресет Simple Band Pass. Теперь сделаем автоматизацию FabFilter и Love Filter. Выставляем нашу автоматизацию перед дропом или в любом другом месте, где вы хотите добавить этот эффект. И делаем вот такую вот автоматизацию у FabFilter. Выкручиваем примерно на 23%. И Love Filter опускаем примерно до 50%. И тоже делаем вот такую вот кривую. И также важно, чтобы наш эффект Love Filter в конце обрывался, опустив вот эту вот точку вниз. Все, теперь эффект будет обрываться. И давайте послушаем, как это звучит. Собственно, на этом все, ребят. Я надеюсь, вам понравился этот короткий ролик и вы узнали для себя что-то новое. Если так, то это круто. Не забывайте, ребят, делиться этим роликом с вашими друзьями, подписываться, комментировать и ставить лайки. На этом все. Всем удачи и творческого вдохновения. До новых встреч.